американский бульдог, порода собак. Американский бульдог или амбуль, так называют его породник. Это одна из самых редких пород собак. В 1990 году насчитывалось менее 1000 таких собак, большинство из которых проживали в Америке. И сегодня, благодаря стараниям людей, сумевших оценить по достоинству этих выдающихся собак, мы имеем возможность наслаждаться их обществом. В 17 веке англичане начали привозить в Соединенные Штаты своих бульдогов. Эти собаки обладали огромной физической силой, трудолюбием и имели хорошую психику. Несколько столетий бульдоги были незаменимыми помощниками фермеров. День за днем они помогали управлять скотом, охотиться на крупных диких зверей и охраняли земли. И лишь во второй половине 20 века этой породой всерьез занялись знаменитые Джонсон Джонс и Алан Скотт. Сегодня каждый владелец американского бульдога знает их имена. Две линии разведения связаны с этими заводчиками. По сей день имеют некоторые отличия. Скотту принадлежит более легкий тип, а Джонсон мощный, тяжелый, как в любимом мультфильме «Том и Джерри». У каждого типа есть свои фанаты, но в любом случае американский бульдог – это та собака, увидев которую, запомнишь ее навсегда. Внушительные размеры и вес, внимательный взгляд и хладнокровное спокойствие. В домашней обстановке американский бульдог – самый добрый пес на свете, но за его пределами он всегда будет начеку. При необходимости амбуль атакует молча и молниеносно. Эта порода считается сложной. На самом деле, американский бульдог – это та собака, которой необходимо уделять максимальное количество времени. Занятия, длительные прогулки, физические нагрузки – это должно быть ежедневной процедурой для амбуля. Если вы на такое не способны, значит, американский бульдог – не ваша собака.